ночь с 25 по 26 февраля 1992 года армянские боевики захватили азербайджанский город Хочале и жестоко убили 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка. Оборвалась жизнь будущих врачей, инженеров, учителей, людей, которые могли бы сделать жизнь Азербайджана лучше, светлее и интереснее. Бәз Ханкендидә сәс бердим, бинада халқымызға қарсы сойғырымы планлаштырылды ва орадан идаре олынды. Ва орада бердим сәс, оқытуя аттығын, бүлікен сададжи оларақ бүлікен дейін. Бұ ермәні сепаратшыларының табутына вұрылан сон ұсмарын.